конечно. На двух местах качаюсь, ну, необычно. Как. Конечно, братан, кто не перенесет. А то папа, у нас там какие-то дневники. Папа не верит? И, да, и он не верит, что я так могу. Все покажешь, конечно. Просто у нас там высокие, я не могу, а тут у нас низкие. А тут маленькие. Да, я могу. Все. Парни, сделайте так, пожалуйста, 5 раз. Сейчас. Сколько раз ты? 5. Семен, ты хоть раз на улице занимался? 4. О, я покачался. Покачался? Молодец. Правда. Он сейчас Семен рассказал, как у них маты похитили. Ой, матрасы похитили на улице. Хулиганы. Похитили. Бабушки, хулиганки похитили. Разорвали. А, дети там, не бабушки, простите. 5. Зачем? Хулиганы. Сколько раз? 5? Ты видел? Да. Потому что я уже 5. Молодец, сейчас. Заявил в полицию какую-то. Да какая полиция? Это что? Зачем? Это матрас. Нет, здесь другая тема. Возможно... Они с ума сошли, зачем? Возможно, кто занимается, он кому-то мешает. Дети решили поиграть. Ой, я покачался. Им сказали, дети, там клопы, молодец. Выкидываете. И взрослый сказал, и ребятенок пошел выкидывать. Ну, может быть, даже ты знаешь, как по взрослому могут сказать. А я знаю. Сейчас сам главное... покачаюсь. Все, парни, поехали. Сам главное, ни на кого не злимся. Иван, поближе стоечки тебе надо поставить. Ваня, о, поближе. А я еще попробую для да. Усложнения. Парни, секунду. Ваня, свети. Ты должны стоечки вот по этой линии. Дальше этой линии не надо. Витек, стоечки вот по этой линии. Дальше линии не надо, да. Как ты еще называешь? Это proper education. Профи ради кэша. Я потом тебе, ты можешь зайти в СК вместе, в плейлист музыка, и вообще все найти, все, что музыка наберет, там 100 с чем-то песен есть, вы можете все их песни скачать и слушать. Профи ради кэша. Профи ради кэша. Профи ради кэша. Парни, сейчас будет очень трудно. Смотрите внимательно. А вот такой, что ли? Да. Сейчас смотрите. Надо нам вот так встать. На носочки прям, коленочки поджать корпус. Давай. На носочки, коленочки поджали корпус. Идем, ножки выпрямляем чуть-чуть. Смотрите, теперь голову опускаем вниз, прижимаемся подбородком к коленям. Нет, не надо здесь лежать. Теперь в этом положении на левой ноге стоим на двух руках и поднимаем правую ногу вверх. Вернули. Опять стоим, прижавшись подбородком к коленям в груди. Правой ногой стоим, поднимаем левую ногу вверх. А, опустили. И теперь смотрите, в этом положении надо приподняться на руках. Прямо вот на секунду, как бы ножками подпрыгиваем. Только не заваливаться. Молодцы, сделали. Быстро ноги отставили назад по ширине плеч. Ой, шире плеч, простите. Шире. Задача сейчас. Головой, макушкой отжимаемся между стоечек. Поставили голову между стоечек. Оттолкнулись. Иван, лицо, поставили. Это сколько так вас? Пока начнем делать. Поставили. Оттолкнулись. Поставили. Оттолкнулись, поздоровались. Поставили. Оттолкнулись. Поставили. Оттолкнулись. Прости, что мы тебе пятой точкой. Сейчас еще раз. Поставили. И смотрите, парни, сейчас слушайте меня. Петр, понаблюдай за ними. Сейчас вам надо держаться только на голове, на руках, а ноги поднять в воздух, колени согнутые. На меня посмотрите на секунду. Пожалуйста, посмотрите аккуратно. Матвей, красавчик. Красавчик. Ничего, ничего, братан, живой? Да, да. Вот так надо держаться. Что под зарплату? Что под зарплату? Обо что? Ё-моё, терпи, мальчик. Да. Терпи, брат, терпи. Все получилось? Я подсказываю, хоть держу. А
слишком стойки широко. Стоп. Давай, слишком широко. Ну, сыпь, погоди. Голову поставь вот на эту часть голову. Вот, давай. Толкай корпус. Потихонечку ножки поднимай. Все, держись вот так. Не-не-не, ноги не поднимай. Держись. Прижми ноги. Прижми. Держись. Раз, два, три. Молодец. Давай. Ну, ты сам стоишь, да, сможешь? Молодец. Стоим. Витек, давай. Стоп, давай. Чуть-чуть сюда. Сюда. Давай. Молодец, держись, молодец, молодец, не бойся. Витек, давай. Ну нет, коленки к груди прижми. Поднимай таз, именно корпус поднимай. Именно корпус. Голову ставь сюда. Корпус, вот эту часть поднимай. Поднимай, я тебя удержу, поднимай. Поднимай. Я знаю, давай, не гони за руки. Давай, я знаю, давай, быстрее. Иван, давай, делай. Давай, вот эту часть поднимай, руки коленки сальцы. Все, подгони, да. Давай, держись. Давай, поднимай. Еще, я тебя удержу. Вот, еще я тебя удержу. Давай, тебя тоже удержу. Держись, удержу. Все нормально. Давай, ладно, хорошо. Хорошо, блин, опасно ты делаешь, Матвей. Парни, еще раз смотри. Я сам Парни, смотри, пожалуйста, еще раз на меня. Сам падаешь, смотрите, какая штука. Просто Семен понял, в принципе, да, это не подводили. Треугольник. Голова, две руки. Две руки, голова. Стоп. Витя, стоп. То, что руки потеют, без разницы. Смотрите, руки поставил. Смотрите внимательно. Витя, смотри внимательно. Голову я ставлю не сюда, а сюда. Должен глазами видеть руки. Смотрите внимательно. Поставил. Смотрите, что я сейчас делаю. Без рывков. Упор на руки и на голову. Смотрите, что я делаю. Все, вот так ноги. Не вот так, а вот я к себе прижал. Вернись назад. Поехали. Ты какой? Хорошо. Если вы научитесь после этого, я хочу, чтобы вы сделали вот это действие. Когда вы сможете сделать это, чтобы в следующем вы сделали вот так. Но это будет. Ты можешь пробовать сейчас. А вам надо сначала освоить. Е-е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 -
Ладно, что а можно? А то, что не ударится. Да, нет. Ты видишь, да, он делает молодец, он мостик выходит. Оп, самая страховка. Попробуй тоже так сделать. Смотри, сейчас, погоди, Матвей. Секунду. Семен, попробуй так, через голову. Высоко, но тоже молодец. Нормально. В сторону отойди. Витя. Упор в голову, стойка отойди. Витя. Давай. С упором в голову выходи в мостик. Давай, ладно. Я сам так падаю. Смотрим. Погоди, ты кувыркнулся. Погоди, сейчас. Знаешь что? Ладно, сделай. Смотри. Парень, секунду. Витек, Матвей, делай. Сейчас увидите, делай. Смотрите. Оп. Еще раз, смотрите. Парень, Иван, Витя. Руки ничего себе не случится, ничего не выберется, вы же отряд готовы, смотрите внимательно. Если вдруг я переживаю, я просто делаю прогиб вот сюда. Просто Семен, он сделал вообще по-крутому. Он вышел в стойку на руках. Он вышел в стойку на руках и сделал... Да, и сделал прогиб. Это будет намного безболезненнее, если вы упадете на спину. Поверьте. Пробуем? Или переходит на основную разминку? Ну все тогда. Молодец. А можно какие-нибудь капуточки? Как? Можно мне немножко подальше отодвинуть? Я сейчас отодвину. Все. Давайте, стабиль. Стоечки в сторону. В сторону. Витек. Тогда с Иваном стоечки в сторону убирайте, пожалуйста, вот к стене, пожалуйста, убирайте. Тихо. Петр, какая-то тема началась, в общем, это,
видео бьет. Как бы знаешь. Это что за крутая песня? Кадрами получается, сейчас поймешь. Как ее зовут? Это именно в этом приложении? Ну, типа, мне кажется, да. Аккуратно, ноги, руки. Парни, стоечки убирайте. Просто смотри, как получается. Какой-то в определенный момент. Вы хоть так научитесь, как я. Ну, вообще никак не научитесь. Вот сейчас как бы нормально. Потом в какой-то момент начинает бить. Вот и то я это заметил, потом уж он перегревается и там что происходит. Нет, сейчас все нормально. Я обращал внимание, Инна. Ты уже пришел или нет? Даже угу. Что за сейчас погоди. Нету, прикинь. Ну его обновим, попробуем, посмотрим. Приложение да. Вот это? Блин, ну давай. Сделали? Че, парни, пойдем стоечки в сторону убираем? В любом случае это нужно сделать. Вот, положите вот сюда, вот сюда в сторону убирайте. А вы же в диван положите. А, нам они еще пригодятся, вы да в диван. Вы, может быть, и нагреваете. За нагревом горячий, да? 35 на улице. Я на кольцах хожу. На кольцах надо постелить маты, погоди. Что, телефон нагревается? Да, телефон нагревается. Сильно? Жестко. 100 градусов, там температура, там они прям это. А я постелил, чтобы на кольцах. Сейчас я постелю. Семен, Иван, Матвей, Витя. Пожалуйста, идите основную разминку без выпрыгов. Давай сейчас складку мостик. Складку мостик. Я помню, у меня телефон, он так долго сидел, что было вообще телефон? Сгорают, не взрывают, телефон говорят, сгораются. Я вижу, что это у нас произойдет, но, блин, такая. Компьютеры нагреваются, люди ставят охлаждание, воду там какие-то всякие. Вы музыки не включали музыку, а то и умба сможешь. И мы тут все замрем. Как же мы без музыки будем? Это воодушевление. Все, Матвей, Витя, Иван, пожалуйста, сейчас поехали. Горку пальнику. По 10 раз всего пойдем. Витя, а ты удалил что ли приложение? Какое? Вы пока что постелите маты на кольце. Это белый или нет? Не знаю, а что там говорит? Его нет этого приложения? В туалет, давай, бегом, 5 минут, 5 минут, пойдем в туалет. Нет, тогда это надо скачать его, да? Здесь просто лазит в нем, и мне это тоже не нравится, но бывает, может, это... Сейчас. Попить и мыться в туалет, Матвей. Иди быстренько попей, умойся, тубзик сходи. Сейчас хочу. А я не хочу. Не хочешь, тогда все. Сейчас запустим. Я тут это... Срезай, аккуратно, лучше, чтобы не бросай, срезай. Я знаю. Сейчас я тебе постелю для колец. Надо. Давай сейчас туда, на центр, сейчас аккуратно Семен для вас начнет разминку, а я пока аккуратно расстелю. А ты пока, сейчас, Витя, погоди, ты пока начинайте. Поможешь, молодец. А можно я пока что это? Все, я постелил под кольца, пока что можешь на кольца сходить с Витьком. О, мои любимые кольца! Спасибо.
Алло. Алло, Серега. Почему? Нет, ну просто сейчас, браток, неудобно, я на тренировке. Если что, может, давай вечерком созвонимся? Давай. Все, хорошо. У меня просто до 9 сейчас прям этот, к чемпионату России и области готовимся. Я тебе после 9 перезвоню, лады? Все, братан, все, добро. Да, обнимаю, хорошо. Кириченко, Серега. Петр. А можно я сделаю на турниках вперед и назад? Вперед и назад на турниках? Да, я научил. Вот так вот что, да? Покачаться? Не-не. Склепку? Не. Кувырок? Я вам покажу. А погоди, а на турниках надо застелить матрасы. Я сейчас. Семен, помоги мне, пожалуйста. Ты это, что, правов ведущим был там? Ну, он принимал участие, помогал, да. Стасян сказал, Фрол ведущим был. Ну, ведущий стенки, не самого. Ну, стенки, да. Какой-то большой стенка. Стенка на стенку. Да, ну ты видел видео, смотрел, как это? Блин, забавно. И как раз твой ракурс такой получился. Нет, у меня получилось, да. Там просто была вообще толпа жуткая. Я все-таки выхватил немножко. Хорошо, там один своего хлестанул. Ну то что, в этот раз вообще они сделали. Одни в футболках были, да, а другие без футболок. Это вот это Фролов. Ну, молодец, это еще было показано до этого, и было в клипе. Союз русских людей, это желтый. Надо нам разминку делать, это было в клипе этого. Тут 5.45. Да, 5.45, да. Вот это группа ребят, которые в желтых футболках, совет русского народа. Они двуглавые орлы, которые Роман Сатурат называет двуглавые орлы. Может быть, но как в клипах вот у этого 5.45. Так, с ними оставляем. Но выхватили они знатно. Ну как жестко, фиг его знает. Ну забавно. Парень, переворот бочка? Можно я, пожалуйста? Вот этот, ну пожалуйста. Серьезно, Масли, он не а ты вот это хочешь сделать? Нет. Переворот бочка там, или подъем переворота? Сейчас. А, соскок. Ты соскок? А, ну давай обратно. Ну, просто переворот хочешь сделать. Молодец, обратно. Красавчик, все, красавчик, у нас будущий итоговый чемпион. Да. А можно мне, пожалуйста, кольца подойдет? Можно ли кольца? Я уже его так научился. Парни, на кольцах я уже на разминку, пока Петр Владимирович обновляет. Смотрите. Смотрю. Во-во-во-во-во. Пойдемте. Витя, Ваня, Матвей. Пока Петр Владимирович обновляет обновление. Ой, делает обновление, да? Программу. Пока мы не можем в интернете сейчас ничего снять. Матвей, ну быстрее, Витя. Ну давай, ну пожалуйста. Тихо. Ребятишки, бегом. Так, ладно, я хорошо. Не ударишься, да. Давай, разминку. По два кубика взяли, я знаю, как замотивировать. Быстрее, по два кубика взяли. Это не... Хоп, шлеп, молодец. Быстрее, по два кубика разобрали. Быстрее. По два кубика. Дайте, вот Матвей тебе, Витя дал кубики. Во, тебе дал, поделился, молодец. Быстрее. Сейчас я тоже возьму два кубика. Нет, я это не хочу сделать. Не хочешь? А куда деваться? Опять какао запахло. Какао? Это я кофеек просто попил. Чуть-чуть. Ну а что, я бы с вами поделился, но вы еще просто маленькие. Станете постарше, поделюсь кофе. А я уже кофе дома пил. Да я ты и здесь пил, я видел. Мама и нерадостная была. Захожу, прикинь, стоит счастливо, встречает меня, кофе пьет. Наталья Сергеевна сидит грустная, его мама. Я говорю, что, разрешает? Она нет. А Иван такой счастливый, я капучино пью, да? Такой типа крутой там. А я только пью какао детское. У нас на даче есть детское какао, и я его пью. Красавчик. Но я не взрослая. Ну, а мои взрослые тоже пьют. Нормально. Так, Иван, поздравляем с Матвеем. Я конечно, не понимаю, я же рассказывал о врате с гастритом. Смотрите, я сейчас раскачаюсь. Да. Молодец. Его отец зачем-то двоюродному брату вечно покупает столько кока-колы, у него и гастрит уже все есть. Это жестко. Ты он вот, пьет сразу. Вот спальня, я вам сейчас могу такую штуку сказать, очень важную. А если алкоголь пить, то вообще весь мозг зачернеет. Никаких памяти не будет. Молодец. Тогда тебя а тебе сколько лет, Матвей?
5. Молодец. Ну это сейчас. Мил, мне это в школе вот, даже. Это... Все вы это тогда, знаете, да? Тогда ко мне сейчас баба Геля как будто в гости пришла, она сказала... Баба Геля? Такое так, бывает. Тебя зовут Матвей. Так. Ушла, я опять пришла и сказала, как тебя зовут? Вот так. Вот так, если пить алкоголь, то так будет. Братан, надо, мы сможем всем помочь, правильно? Да. Мы сможем всем помочь, да, красавчик. А я ей сказал, сейчас. Чтобы она не пила. Молодец. Сейчас а ты знаешь, что курить это вредно? Конечно, это плохо, парень. Это сейчас, тоже. Сейчас, а я думаю, кто курит, то нельзя с ним стоять. Погодите, я. Парень, погодите, про кока-колу. Сейчас мы примем пор лежа. Смотрите, Петр Владимирович, он очень хороший управленец автомобиля. То есть он не понаслышке знает разные виды машин, большие, маленькие, всякие-всякие. У него в опыте его жизни была такая тема, что кока-колой и пепси-колой отмывались какие-то всякие запчасти. Там битум, не битум, либо это его брат мне рассказывал, либо Петр Владимирович. Сейчас вот хочу послушать. Нет, Санек, наверное. Санек, да, рассказывал? Кока-колой отмывали... Унитазы. Ну, унитаз не знаю, а этот, смолу от колес, грязь. Кока-кола реально ее разъедала. Представляете, что в нашем животе может происходить? Конечно, там открываются раны и язвы, и проблемы разные. Поэтому здесь это вкусный напиток, это крутые всякие газировки, это очень круто. А вот энергетики вряд ли. Да энергетик вкусно, но только жестко наступает. А энергетик тоже так влияет? Да, как, да. Как это... Да, алкоголь. Да, Сергей так же влияет. Он еще, его называют энергетик, потому что он силу прибавляет. Энергию. А мне не надо его пить, у меня энергии еще больше, чем да, правильно на все, энергетике. Все правильно. Че, а можно погодите? Я потом побьюсь палками? Кого? И постою вот так. Кого побьешь? Ну, никого. А, покрутишь? Сергей покрутишь? А, можешь его побить? Вот так. Еще посмотри. Себе это. Я так научился. Молодец. Парень, давно же секунду. Не делили. Секунду, не секунду, секунду. А если... Упор лежа примем и рассказываем. А если себе на улице предлагают какой-то напиток, не надо брать? Не надо. Упор лежа примем. Нельзя, вдруг это бомба там лежит. В напитке. Тебя отрава. Зовет. Отрава. Да. Отрава. Может быть, яд какой-нибудь. И яблоко нельзя брать. Я слышал сказку, что там царевна взяла у плохой царевны яблоко, а на нем было отрава, и она умерла. Уснула. Она очень долго уснула. Да. Но на самом деле ей не плохая царевна дала, а дала служанка плохой царевны. Да, и да. Та, другая, да. Это знаешь, как сказка называется? Нет. Сказка о спящей царевне и семи богатырях. Да, да, да. Есть такая другая сказка, только она не русская, а другая, про Белоснежку и семь гномов. Там такая же тема. Но в нашей, в славянской русской версии были не гномы, а витязи. Че, парни, упор лежа принять? Ух. Юные витязи. Нас пока они семь. Раз, два, семь. Три, четыре, пять. Нас шесть витязей. Поехали, упор лежа витязи. Принять. Витязи. Как? Рана? Да вообще раны по всем рукам. Я слышал, что Витя, витязь. А у меня Семён, вообще семечка. Болячка. А у меня вообще болячка. Иван. Смотрите. Иван. Матвей. Болячка. За кого? Запрячь ее обратно. Матвей. Матвей. Как бы развил. Петр. Ну, здесь просто Петр. Ну и Сережка. Можно, конечно, по-другому сказать. Сергей. Но это как бы странно звучит. А вот Сережка на этих, на березах висит Сережка. И у пиратов Сережки, да? В ухе. Парни, упор лежа принять? Сергей Геннадьевич, слышал, ученые доказали, что еще и в Устой Кока-Коле вроде Байкал, и в американской есть помимо крыс. Ну, возможно, говнецо, да, крысное? Упор лежа принять? Парни, все хорошо, надо уже быстрее переходить, заканчивать силовую разминку. Давай, раз вниз, два наверх. И американцы слабы будут, что они едят фастфуд. Сейчас Петр Владимирович нас качать будет, если мы не успокоимся. Давай, Матвей, упор лежа принять, на ручки быстрее. Быстрее, быстрее, быстрее. Иван, таз не поднимаем вверх, а ровненько, мы Ваня. Что будем отжимать? Раз вниз, два наверх. Раз. Два. Раз. Матвей, ручки поуже поставь. Поуже поставь. Раз вниз. Поуже. Ложись. Два. Силачи. Вот тяни, давай, толкай, давай, толкай. Да. Толкай. Раз. Два. Молодец. Раз. Это сложно. Это очень сложно. Два.
виду обычные отжимания. Раз, но более глубокие они. Два. Матвей, ждем два. У нас такие же мы готовы были, глубокие. Молодцы, там тебе. Там я вообще стоял, больно. Ты отжимался, глубже нажимал, и лампочка говорила, только там она была сломана. Кто-то человек говорил, лампочка, да, загорелась. Теперь смотрите. Ножки, у меня руки уже устали. Терпи, ножки подошли в такое положение, что будет напоминать горку упражнения. Встали, пожалуйста, вот так. Горка, да. Сейчас из этого положения посмотрите сначала на меня, пожалуйста. Также нашими надо светлыми головами коснуться пола. Хоп. Встали. Готовы? На раз, два. Пожалуйста. Спинку, ну, не прямо округляем, да, но не вытягиваем вперед, она должна быть в области пояса согнута. Готовы? Раз, вниз, два, наверх. Раз, два. Нет, это точно мне не подойдет. Это тяжелое упражнение, а ты не переживай, Матвей, сейчас все получится. Только от Ивана. Иван, чуть-чуть сдвиньте, пожалуйста, от Матвея вправо. Подняться тяжелее. Подняться тяжелее. Сложно, подняться тяжело. Раз. Ну, конечно, можно. Два. Вы атлеты. Раз. Я почти что кувырок сделал. Не делай, кувырок рано. Два. А то буду все заново приходить. Раз. Два. Это силовая часть. Я и без кубиков могу. Это и разминочная, и силовая, я, так с кубиками тяжелее. Без кубиков. Мне легче. Да, с кубиками специально сложнее. Теперь смотрите. Ну, это... Наоборот, запястье так, если... Есть плюсы, да, да, есть плюсы, потому что у нас получается ровное тело. А когда вот так загиб, мне тоже больно. Например, когда вот так делаю, вот в этой области, вот так, перебиваю. А мне не так, у меня вот так. Ну, ты еще юный, травм бы-то не было таких крутых, тебе повезло. Ну, теперь, ребята, Иван, смотрите, я специально встал. Смотрите. Вот так надо ножки ласточка поднять, вот так прогиб сделать. Ласточка. Сейчас, секунду, давай, приняли положение. Ласточка-рыбка. Сделай так, пожалуйста, прогиб. Витя, Матвей, прогиб. Прямо вот смотрите, вот в этой области называется таз. Таз. Вот так, хоп, вниз. Прям, да, да, да. И смотрите, делаем такую штуку. Я так уже. Раз. Будь здоров. Сейчас надо, Семен, надо вам догнуться, а то сейчас ты ударишь Ивана головой. Сделали. Ножки держим. Два. Раз. Не, раз вниз, Иван, раз вниз. Ножки вместе. Ножки вместе. Носочки. Витя. Носочки. Два. Раз. Два. Легко. Иван, не залипай. Ты замечтал о чем-то? Раз. А что, помечтать? Два. Да можно, только надо делать. Ваня, еще раз. Мы тут не мечтаем, а делаем. Два. Ваня, либо думает о пирожках, либо о том, что станет, ну, каким-то чемпионом. А ты с нами поделишься пирожками? Да. Раз. Шутил. Теперь смотрите, парни, правую ногу вот так положили. А мне не больно. На ступню положили. О, давай, давай, сейчас, погоди, да. Да, 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 да. У меня получилось, да? Положили, держим, Иван, правую коленочку положи на левую ногу. На левую ступню положи. Да. Положили? Да. Делаем раз. О, сложно. Мне спину вывернуло. Два. У меня сразу сломается. А вы попробуйте просто вот колено и ставите. Да, поставьте ногу. Теперь левую поставили на правую. Это кубики, чем ближе, тем легче. Поставили левую на правую. Поставили? Левую на правую. Раз. После кубики отжались. Два. Кубики чем ближе, ниже ты еще, тем ближе. Ну да. Теперь смотрите, опять отжимаемся наверх. Это сложно. Сложно. Поставили ножки шире плеч. Сейчас я музон включу, простите. Сейчас сделаем просто накатик вперед. Не, вот на, не накатик, а накатик. Вот так. А скоро уже маты будем сидеть? Погоди, у нас разминка только идет, Семен, ну ты че? А это я как раз говорил, братан, на полчаса раньше пришел, уже устал, да? Нет. Ну как нет? Я тоже. Ты тоже устал? Нет, я не устал. Я вот хочу только на кольцах выйти. Сейчас повисишь. И на сейчас повисишь. Не, сейчас парень. Не нужно взять тренировку, это разминка. Мы еще только разминаемся, ребят, еще только 40 минут. Еще только 40 минут прошло, вы не переживайте. Но кажется уже много, да? Да, еще 10 минут.
ножки в сторону. Я научился тремя мечами жонглировать. Серьезно? Сейчас ты покажешь. Матвей, чуть-чуть отодвинься, пожалуйста, в левую сторону. Иван, давай, Семен. Покажешь нам цирк. Покажешь. Я тоже покажу на кольцах там. Я тоже покажу. Так, готово? Я тебе покажу. Готово, Витя, давай. Хорошо, что у меня ходит. Вот так. Смотри, Витек, сдвинься чуть вправо, Семен. Я уже не могу. Вправо сдвинься. Давайте сделали. Парни, смотрите внимательно, встали. В этом положении сейчас надо нам сделать. Нет, просто наклон вперед. Раз. Вернулись. Прямые руки, как столбы прямые руки. Наклон вперед. Раз. Вернулись. Наклон вперед. Видите, без прогиба. Без прогиба, да. Без прогиба. Раз. Получилось? Ну, можно попробовать. Два. Раз. У меня уже ноги. Два. Терпим. Еще разок сделали вперед и максимально зафиксировались. Поехали. Раз. Держим. Прямые ножки. Выпрямляй прямые ножки. Ааа, вышла болезнь. У меня уже набивает. Нет, смотри, не надо. Наоборот, так надо вывести плечи, да. У меня уже набивает. Вернулись назад. Нагреваются. Сели вниз. У меня с полосочкой. Бывает. Сели вниз, Иван, не залипай. И у меня полосочка. Полосочка? А вот это самая полосочка. Самая полосочка. Вот он, они вот так в полосочке, да, у них получается? Я нажимал, что трещина аж на кубиках. Ты аж, да, вот, видишь, такие? Да. Ну, бывает кожа, когда... У меня очень много полосочек. Ну, это бывает. Смотри, серьезно трещина. Ты треснул кубик? Молодец, сам даже в лицо не треснул. Нет. Парни, покажи. Парни, упор, сидя, принять. Витя, потом. Потом. Это Иван, оно. Упор, сидя, принять. Это оно? Это уже. А. Это не спинку прямо. Спинку прямо. Спинку прямо. Витя, спинку прямо. Поставили руки под бедра. Иван, не залипай. Тебе хочется тоже в армию пойти, как вот Владимир? Нет, а зря. В наше время тяжелые нужны ответственные ребята в армии. А в армию обязательно. Я не хочу в армию, убьют, я не хочу. Да что, это что убьет? Да зачем? Я не хочу там приказывать. А где это не хочу? А, вот это другая тема, не хочу приказывать. Так ты можешь стать генералом. А я не хочу, чтобы мне ухо сломали, ногу. Не переживай, братан, скоро все закончится. Скоро все закончится. Армия нужна, чтобы родину защищать. Да, пуля тяжелее, пуля круче любого атлета, поверь. Камень, нет. Любой камень круче атлета. Да. Ну, если а вот пуля не драться убежит. На кулаках, атлет на кулаках. На кулаках драться? Да. С автоматом? Против танка? Против кого драться? Да ты что, там нет, в армии... Я имею в виду армия не война, я имею в виду армия как... Учёба там как бы, научиться 18 лет куда? Не-не-не. Как сообщество защитников Родины. Армия, знаете, откуда слово пошло? Армия. Что по-английски означает слово армия? Война. Война. Армия это значит армия. Рука. 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 Армия это то, с помощью чего государство управляет. А у нас там границами. Ой, забыл. А вот есть ратники. Рать. На площади. Обидно ножки подняли. Фай. Как? Фай. Фай. Драться. Бой. Да, бой. А в армии это война. У нас там на как? Я забыл. На как? У нас там нога. Ну, где, подняли где большой магнит, там, где не класс. Покачиваем. Рассказывай и качаем. Не классный большой, а такой немного пониже, который магнит космический. А это в центре или это на мелиорации? Какой район? Далеко отсюда? Нет. Недалеко отсюда? Ты на машине туда ездишь? Да. А, ну значит... Там такая, это, вот идешь прямо, и там рука такая чёрная. А, это Чернобыльская, да, это здесь, на районе, всё рядом. Да, все, да, я да, забыл, да. Как это... ДК Дружбы там, да? Да, это я рука. Забыл, как этот район забыл, как ну, этот район забыл. Ничего, нормально, ты чё там? Это видишь, магия. В дружбе это чёрная рука, она охраняет мусорку. Нет, реактор, на самом деле это ядерный реактор изображён, это не мусорка, и она её не охраняет,
Это знаете, откуда памятник, сейчас ведь расскажешь? Это разные ребята поехали, они же тогда молодыми были, поехали убирать последствия. Ликвидация последствий.